для поддержания экономического благополучия страны, введения новых программ и реализации проектов, Росстат проведет экономическую перепись малого бизнеса. Государству важно знать, с какими трудностями и препятствиями сталкиваются предприниматели, отмечают специалисты. Перепись реализуется один раз в 5 лет и является обязательной. Для участия необходимо до 1 апреля 2021 года заполнить анкету в письменном или электронном виде. В электронном виде анкету можно заполнить на таких интернет-сервисах: портал госуслуг, интернет-сайт Росстата, а также с помощью операторов электронного документооборота. Анкеты в бумажном виде можно отправить по почте или предоставить в орган статистики в регионе проживания. Росстат гарантирует конфиденциальность предоставляемой информации.